Из 42 участников жюри выбрало 10 финалистов второго тура конкурса. В коридоре перед актовым залом конкурсанты стоят, заметно волнуясь. На суд жюри они представили стенды, на которых описали свою будущую профессию. Мэр Саранска Петр Тултаев пообщался с каждым участником и расспросил их о работе мечты. Отметил, что каждый из них уже победитель и в первую очередь для себя. Посмотрите, какие интересные, креативные ребята. По сути дела, они будут через 10-20 лет искать пути выхода из кризиса, предлагать, как лучше жить нашей стране, республике и городу. Что очень важно, вот, с моей точки зрения, чтобы человек, вообще молодой, в первую очередь, имел свою точку зрения на все и вся. В ходе заочных этапов жюри оценивало портфолио и видеовизитки. Очные этапы были сложнее. Во втором туре финалисты посетили мастер-класс, выполняли конкурсные задания. Каждый из них проявлял свои знания, таланты и способности. Но самый волнительный момент – это объявление победителя. Победитель конкурса, ученик года 2019, Костяйкина Яна, ученик 11 класса. Я хочу поблагодарить тот коллектив, который усердно работал со мной, мою группу поддержки. Я хочу поблагодарить личную мою группу поддержки, это мою семью. Они всю неделю переживали за меня, ведь дома я только ночевала. Я хочу поблагодарить еще школу, в которой я начала свой путь, и тех учителей, которые дали мне основу. Теперь девушка будет представлять Саранск на республиканском этапе конкурса «Ученик года 2019». Каждый из участников достойно представил свою школу и доказал, что их жизненные цели верны. Валерия Никитина, Станислав Семин, «Народные новости».